Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы приготовим постные блины на соевом молоке. Эти блины вкусные и ароматные. Приступим! Для приготовления постных блинов нам понадобятся. Список ингредиентов будет в описании к этому видео. Смешиваем все ингредиенты при помощи венчика в салатнике. Наше тесто готово. Жарим наши блинчики с двух сторон, предварительно смазываем сковороду перед жаркой первого блина. Вот такая стопка у нас получилась. Подаем их к столу. К праздничному столу можно подать блины с красной рыбой. Ну или просто к варенью и к чаю. Такие блинчики вкусные, ароматные, тонкие. Бон аппетит! До новых встреч!